Вода теплая, теплая. Да. Главное не сгореть и все. Мажьтесь, ребята, мазями всякими. Они могут напасть и укусить. Так, друзья, мы на пляже острова Пхи-Пхи. Вот спустились такого вверх. Представьте, мы здесь сейчас были в лагуну. Здесь небольшое место огорожено, потому что для купания. Потому что везде лодки. Мария, покажи, какие лодки здесь. И с разными длинными винтами, моторами. Маленькими. Вот одна подходит. Да. Сколько, он сказал, стоит такая лодка? 2 тысячи бат. 2 500 бат, да. На 6 часов. Можете скидываться и вперед. Будет вас возить везде. Ну а я, друзья, с вашим позволения, такую жару не могу. Вода теплая, даже не охладишься, да? Ого, очень прохладно, после такой жары и это пойдет. Здесь вот введено у нас буйками, где можно купаться. Ой, вот здесь газы. Шикарное место для отдыха. Да? Заходите, Мария. Водичка здесь, конечно, вот немного грязноватая. Поныряй. Листики. Давай кепку. Поныряй. Да, я так поныряю. Ну и давай. Кепку держите. Я подержу. Да. Здесь мелко. Ну? Ну зайди поближе. Ну, молодец. Прямо мне в камеру. Брызги. Ага, на тебя специально. Брызги. Скажи, нравится тебе вообще так отдыхать в Таиланде? Красотища. Стоит сюда ехать людям? Стоит, стоит. А по деньгам тебе нравится тоже? По деньгам, я не знаю. Еще не решила до конца отпуска. Да, ну, стоит этого. Смотря, конечно, сколько ты отдашь. Ну да. Ну, я бы советовала. Ну, смотря где и как, это надо самим решать, конечно. А так, чтобы, говорят, море грязное, не грязное, это тоже, наверное, в каком-то месте. Здесь вообще, наверное, как на Карибике. Да, но если много лодок, вот, например, здесь, и много газов идут, вот они причаливают, газуют. Мне уже не нравится то, что эти выхлопные газы. Поэтому, не знаю, как лучше. Поэтому желательно бы подальше от этих лодок держаться пляж. Наверняка здесь есть пляжи. Он же сказал, здесь гид, нет, да. Гид сказал на той стороне, на той стороне, не теряйте время, сходите. Так что, ребята, здесь все есть. Пожалуйста, можете купаться. Вода теплая, теплая. Да, главное не сгореть. Все, мажьтесь, ребята, мазями всякими. По теньке загорайте и все. Первые 3-5 дней, скорее всего, сгорите, если приехали, а потом пойдет лучше и лучше. Да, Мария? Да. Мазаться обязательно. Ой, такие здесь скалы. Первые дни там и сгорели вообще. Угу. Ну, сейчас нормально. Охладились хоть чуть-чуть. Да, охладились. Ну, это... вода такая теплая, даже не охладишься, честно говоря. Слегка только, немножко. Ну, а что делать? Теплая, не теплая. Какая есть? Это Таиланд. В гамаке можно посидеть, покататься. Прикольно так выглядит. С чего он такое сделал? Сейчас. Давай ты прыгни. Надо какой гибкий здесь. Ну-ка ты прыгни. Я посмотрю. Не, ну ты сделай, а потом уже... Ребята, я залажу. Ну и как?
стороны. Вот так можно крутиться здесь. Ребята, тебе стоит сюда залезть. Как здесь классно. О, не так тепло. Давай разверни меня в другую сторону. Ты на море видишь. О, суперски. Слушай, это настоящий. Ой. Раз, два, три. Давай, пошли дальше уже. Пойдем пляж покажем. Пойдешь? Нет, я потом. Такой здесь пляж. Здесь бар, ресторан, да? Да, прямо на штанге, на пляже. Сейчас отлив. Вот смотрите, здесь был вот песочек даже влажный. Вот так. Здесь воды, наверное, хватает иногда, до сюда доходит. Вот и быстроходные катера, каждый мотор по 250 лошадей. Вот у нас было 4 мотора, это значит 1000 лошадей, это 500 была лодочка. Вода, конечно, такая, цвет изумрудный. Угу. Очень это красивый такой цвет воды. Песочек белый. Конечно, отдыхать везде красиво, но когда окружает тебе вот такое море, и вокруг вот как вот это, видели же фильм Джеймс Бонда, или это здесь же. Завтра, кстати, нам покажут этот остров. Сегодня мы были на острове, где снимался пляж с Ди Каприо. Вот так. Туда нельзя высаживаться, там кораллы все побили после цунами. Поэтому кораллы должны расти в спокойствии, и туда туристов не пускают. Мы посмотрели просто, ну, красиво, хорошо, ну, и все. Здесь вот тоже такие бунгало. Можно здесь отдыхать. А это наш. А нет, это еще не наш. Наш следующий. Вот, вон там наш этот балкон. Оранжевый сделан. Это уже другой. Риз-отель. Ресторан. Здесь мы собираемся. Сборы у нас всегда. Вот эти наши номера от нашей группы. Заходим. Здесь такие. Заход такой. И красивые рыбы плавают. Очень большие. Поднимаемся на второй этаж. Я покажу вообще местных жителей. Это буквально вот здесь отель, а там уже местные жители. Ой, обезьянка. Как мы хотели их увидеть сегодня. И вот увидели. Они могут напасть и укусить. Ой, какая лапочка сидит. Обезьянка. На остров обезьян мы ездили сегодня, но их не было почему-то.
Он сказал, здесь много обезьян можно увидеть. Мы как раз здесь живем. Обалдеть. Вроде не прыгает на меня. Надеюсь, не побежит за мной по таким проводам. Наши дети рядом с нами. У них такой же номер, как у нас. 7302. А у нас 7301. Посмотрим. Вид с балкона. Ой, смотрите у нас сколько. Прям перед нашим номером обезьян. Дети, вон самец стоит, и папа сидит. С бутылкой. Главное, чтобы сверху что-нибудь не прыгнуло. Вон они. Оказывается, ой, вот. Угу. Он маленький, он маленький. Совсем маленький. Вот они сидят. Смотри, сколько их много. Бебечек. Интересно, если сюда поставить банку. Угу. Давай поставим. Не надо. Нет, вот сюда, вот сюда. И отойдем. Посмотрим, они это, у нас тут колы есть. Габачков, они не будут лезть смотри, оттуда. Смотри, как эти туты не залез. Ну, кидать банку в лёд. Я вкину. Нет. Вон маленький бебик ихний. Да играются. Ты на ветке сидит. Да их много здесь. Ой, упали. Упали? Вон он, вон прям на ветку полез. А, там внизу тоже их тут. Угу. Целая стая тут их. Обалдеть. Вот тебе и обезьяны. Хотели увидеть обезьян? Вот они. И их тут много. Видите, они наверное, ближе к человеку и еду легче добывать. Упал. Все, уходят. Угу. Я гид распределяет сейчас, кто куда сидеть. Мы вот такой, у нас не буфе сегодня. У нас сегодня столоваться уже накрытые, готовые столы. Вот мы здесь сели четвером. Нам подали мясо, рис. Что там еще? Там чикен, тортики, не тортики, это блинчики, ну что-то такое, и вот том-ян в середине, и арбузик. Народ плавно расходится, садится, кто куда. Так. О, сори. Вот. Девушка садится. Да-да-да, пожалуйста, садитесь. Сейчас еще двое. Да, еще двое. Вот как раз кто опоздавший, как раз будет по разные стороны. Так что начинаем, приступаем к ужину. Мария, давай. Ты что, все, можно уже, наверное, набирать? Кого ждать? Ну и все. Так, мы покушали. Да. Очень вкусно было. Показывали вам, что мы кушали. Теперь гид ведет нас на шоу. Идем на огненное шоу. Ну, полиция. Посмотрим, что там за шоу будет. Прямо на пляже. Посмотрим, как интересно будет. Угу. Надо весело проводить время. Вот наша группа. Проходим, это что здесь? Мечеть. Мечеть. Мусульманская мечеть. Ага. О, молятся. Молятся идут. Я сейчас молились тут. Go, 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 go
Посмотрите. Ой, какой. Саватикап. Вот так, ребята. Пойдете гулять и встретите лошадь. Потому что это умная лошадь. Таиландская, и она знает, где идти.
парте, да? Она на парте пошла танцевать.